Ты иди, а я помню. Это стихотворение сочинили моя баба и мама. Моя баба и мама. Называется оно «Преданный друг». Однажды один я пошел погулять, в песочнице просто хотел поиграть. Но вдруг я услышал отчаянный лай, щеночек-малышка просил «выручай». Я смело, поверьте, к нему подошел, он мне ответил, что рад очень был, хвостом завилил и понюхал меня. И я тебе рад, но вот мама моя и папа, не знаю, что скажут они. Щенок заскулил, ты на ручки возьми. Я взял и сказал, будешь песик, ты мой. Пушистый комок был согласен со мной. Лохматые лапки и преданный взгляд не смог без щенка и вернуться назад. Вот нужный подъезд, наш этаж, наша дверь. Я тоже волнуюсь, щеночек, поверь. Вот мама с надеждой смотрю ей в глаза. Щенок подошел, руку ей полизал. Но очень уж строгий у мамы был взгляд. Не дал отнести я собаку назад. А папа, смотревший хоккейный финал, услышал гав-гав, в коридор прибежал. Он был удивлен, попросил даже пить. Я понял, его мне не уговорить. Я чуть не заплакал, но папа сказал, давно я, сынок, о собаке мечтал. Ну что же, ответит нам Мурзик, твой кот. А кот зашипел и ко мне не идет. Вчера из подвала его я принес. Он был очень грязный, бездомный, как пес. Подружимся мы, большая семья. Животные верные, наши друзья. Давайте не будем мы их обижать, давайте мы будем их вместе спасать. Звезда. Просто звезда. А следующая наша участница похожа на маленькую розочку, которая сможет приручить ваши сердца на некоторое время. Рачковская Марьяна, школа восточного танца города Северска, Марьяна. Прощаю.